Несколько десятков ярославцев отправятся в Сочи. 5 декабря в России отмечают День волонтера. Без сомнений, самое массовое добровольческое движение в новом году развернется во время Олимпиады. Как сообщили наши телекомпании, в уполномоченном агентстве пресс-службы Оргкомитета Сочи 2014 из Ярославской области на главные международные спортивные соревнования отправится более 80 волонтеров. Большинство из них будет задействовано в направлении обслуживания мероприятий. Ярославские добровольцы прошли обучение в волонтерском центре при Тверском государственном университете. Всего же в общероссийскую волонтерскую сборную Сочи 2014 вошло 25 тысяч человек. Их средний возраст 25 лет, примерно 60% добровольцев – женщины.